Всем привет! Сегодня я вам покажу маленький рецептик. Меня научил этому рецепту один мой финский приятель. Йокко его зовут. Это курица с брусникой и с яблоками. Вот наши ингредиенты. Это курица, ножки курицы, бедра без косточек. Я их замочил. 2 дня они у меня лежали. Немножко в вине с луком, ну, стандартный вариант. Немножко меда туда положил. Вот обыкновенно яблоко. Берем яблоко, медленной скоростью убираем сердцевину, кто как может. Но я не крупный специалист, я убираю так, как могу. Есть люди, которые сразу раз, и сердцевины нет. И я же спокойно так убираю. Яблоки желательно брать такого зеленого цвета, они кисленькие, и когда они вместе с брусникой, которая у нас тоже входит в рецепт, вот они дают такой определенный кисленький вкус. Кстати, это очень хорошо курицу есть на следующий день после того, как выпивали. Она имеет такой кисловатый привкус. Да можно и так есть, конечно, вот. Ну вот как получится. Так вот, режем яблоко обыкновенное, зелененькое. Но я порезал большими кусками, можно порезать и поменьше. Чем меньше, тем лучше, конечно. Добавляем туда брусника. Брусника у меня мороженая, мы ее купили, нам привез наш родственник. Заморозили мы ее в холодильнике в пакетах. Вот, собственно говоря, и весь рецепт. Сейчас мы будем просто делать все это по-быстрому для того, чтобы приготовить. Я покажу только основные моменты. Берем ножку без кости. Она такая в форме конверта. И набиваем туда вот этой массой яблока с брусникой. Собственно говоря, вот и весь рецепт. Набиваем до упора. Можно, конечно, все это дело зажать такой палочкой деревянной, да, для ковыряния в зубах. Но я решил этого не делать. Я думаю, что все и так будет хорошо. Поэтому просто набиваем. Я думаю, что на двоих очень даже хватит нам 4 этих ноги. Вот, а еще сделать какой-нибудь гарнирчик, так вообще шикарно. Кстати, в этот раз гарнира не было, сделали просто обыкновенный салат, и очень хорошо пошло. Вот, набиваем. А куда торопиться, знаете, финны не торопятся. Набиваем. Брюки превращаются. О, вот набили, положили. Аккуратно, чтобы все это дело не высыпалось. Что действительно брусника, она из морозильника, и поэтому она такая тверденькая и может высыпаться из этого пакетика своеобразно. Вот мы набили 4 ножки яблоками с брусникой. Можно туда положить мед, в принципе, но если положить мед, то будет совсем другой вкус. Это все-таки будет у нас такое несколько кисленькое такое. Вот когда ешь, это мясо немножко кисленькое такое, с кислинкой, с некой, потому что все-таки яблоко с брусникой, они дают такой вкус интересный. Но это кому как, конечно, некоторым и не нравится. Вот после того, как все это дело набили, берем обыкновенный рукав, отрезаем кусок бумаги. Вот это целлофан для запекания. Я сбегал, как раз у нас не было, купил магазин. У нас она стоит где-то порядка, по-моему, около 100 рублей, там 5 метров. Может меньше, я не знаю. Большой кусок отрезать не надо. Вот, что там для 4 ножек, там вообще ничего. Отрезаем. Сейчас мы туда отрезали. С одной стороны мы завязали.
вставляем пакетик, закидываем туда наши ноги, ну не наши, конечно, а наших куриц или курей, как правильно говорить, даже не знаю, наверное, все-таки куриные ножки, куриц. Собственно говоря, вот весь рецепт, закидываем туда, завяжем. Здесь вот камера у меня стояла так, что не видно, как я туда вкладываю. Но я думаю, что это не доставит никакой труда и проблемы положить ножки в пакет для запекания. Вот несколько так придавливаем. Остатки, я думаю, что брусники с яблоками мы сейчас туда закинем. Устроим лежать на тарелке. Вот у нас на тарелке там есть. Поэтому мы туда все это закидываем. И дадут кислинку, и будет очень вкусно. Как говорю, у меня уже слюна идет. Ха. Неплохо получилось, действительно. Вот здесь камера плохо работает, но скажу на словах, что просто... А, вот я еще достал еще одну ножку, у меня была еще, я ее зашхерил, думаю, что не буду использовать. А сейчас смотрю, у меня осталось еще брусника с яблоком. Думаю, ну ладно, давай последнюю набьем сейчас как патронами и закинем в целлофановый пакет. Так, вот последнюю мы закинули. Вот сейчас там не видно, но очень неплохо они лежат. Сейчас я подвину камеру. Вот, видите, неплохо лежат. Сейчас мы ее завяжем. Туда закидываем остатки брусники. Вот я сейчас, наверное, закину. Да, вот, кидаю. Просто там импровизировать-то не надо, закинул и все. Вот, завязываем все это дело, выдавливаем воздух. Все, закинул. Выдавливаем воздух. Разогреваем нашу печку. Весь процесс-то показывать не буду, самое главное, основное показал. Разогреем сейчас. Печку поставим на максимум. Я не знаю, какая у меня температура в печке. У меня газовая плита. Я это просто ставлю на десятку, включаю. Ну, собственно говоря, после этого закидываешь наш продукт, а курица готовится недолго. Я уверен, что минут 40 хватит на вот этот прекрасный продукт. Как красиво они лежат там, в целлофане эти ноги. К этому можно, конечно, открыть бутылочку белого вина. Но если не будет белого, можно и красного. А если не будет ни белого, ни красного, можно взять обыкновенные водочки. Водочки, кто любит, и... Да и коньяка. Коньяк. Я просто с уважением отношусь к любым продуктам, но больше мне нравится вино. Ну вот, берем газовую плиту, включаем ее. Процесс здесь показывать не буду. Закидываю туда, вот видите, на десятку поставил. Закидываем туда наш продукт. И через 40 минут это все будет готово. Вот, собственно говоря, весь рецепт. Финал апофеоз показывать не буду, потому что очень есть хочется. Все, пока, всем привет. Вот такой рецепт, понимаешь. Хорошо есть с утра, после того, как выпил. Оно такое кисленькое. Все, всем пока, всем привет, до свидания.